вот для этого, мобильный же, телефон. Если вы хотите, возьмите мне под ручки, унесите и все. Вы знаете прекрасно, завтра эти деревья будут поставиться в курсе, только это. Мы же не будем бороться по той территории, где уже нет деревьев, тут уже все построено. Вы понимаете, что это, для чего здесь забор стоит? У вас возникло понимание этого? Вот мы же не просим. А зачем нам об этом подскажите нам, за что здесь планируется стоять? Всего лишь. Нам даже этого, нас вообще за людей не считают. Потому что, возможно, тут хотят 10-этажку поставить, и мы против этого. Это, послушайте, представитель суда вообще, вот, это вообще хохма. Тут набрали охранников, переодели их в форму жителей. Вот этот человек, это, он охранник. Они не имеют, это судебная администрация должна заниматься, а не представитель суда. Судебная администрация говорит, что здесь строительства никакого нету. Нету никакого финансирования этого строительства. Я не увидел ни одного тендера, но вот это строительство. Я не знаю, за чей счет. У меня такое ощущение, что судьи скинули со своего кармана, у них деньги есть, я знаю. И вот это все происходит, понимаете? Как адвокат, да. Потому что если бы юридически не действовали, они действуют по беспределу. То есть, они, если бы я увидел, что тут есть проект, под него финансирование, тогда бы я мог это обжаловать. Я не могу обжаловать вот это. Непонятно, кто нанял эту технику. Вот сейчас спросите, на каком основании договора вот эта техника здесь? Вот на каком основании человек здесь? Посмотрите на договор. Давайте мы докопаемся, на основании чего они здесь. Никто же не пытается. Территория выделена суду, она городская территория. Также город ее может забрать обратно. Если завтра здесь не будет деревьев, что если... Подождите, вы мне задали вопрос. Вы говорите, это территория суда. Это территория не суда. Это территория судебной администрации в аренде. Она в собственности города. Это наша с вами земля. Если я, как житель города, считаю, что взявшие в аренду неправильно распоряжаются этой землей, я буду иметь право обжаловать, и чтобы эта земля вернулась в город. Я вообще не поняла. Полиция и диалога за суд. Я такого еще не видела. Мы не за кого-то, мы не за. Мы не за. Я вам уже сказал на кучу нарушений, вы мне сейчас попытаетесь доказать, что они имеют право на это. Эти нарушения надо рассматривать как место, правильно? Ну что, судьями хотите стать? Вам не стыдно, ё-моё. В ноябре месяце тут будем, что вам не пахнет. Понятно, что вы не родились с детьми судьи. Давайте хотя бы нас оставьте в покое. Хотя бы делайте свою работу, но не так активно. Но не так активно. Вы хотите выслужить все это, что ли? Да, слушай? Нет, здесь, не для того, чтобы пока. Вы прикасываете сейчас. Если не прикасываете, то что-то не будет. Не, мы.